Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня мы поиграем в Властелин колец Средиземья, вторая часть. Первую я прошел. Приступаем ко второй. Ранее. Когда-то у меня была семья. Жена. Какая красота. И сын. Я похоронил их, как и всех, кого знал. Что со мной произошло? Я мертв? Смерть отринула тебя. Ты застрял между миром света и миром тьмы. Мы с тобой связаны, Талион. Моя жизнь и твоя. Кто ты, призрак? Я изменил историю Средиземья. Я выковал кольца власти. Калибримбор, величайший мастер второй эпохи. Саурон обманом заставил тебя сделать кольцо. Он пытал тебя и твой народ. Возможно, именно эта боль объединяет нас. Я должен был умереть вместе со своей семьей. Мне казалось, ты хочешь отомстить. Но есть лишь один способ замкнуть круг. Победить Саурона. Настало время для нового кольца. Как-то так, ребят, начинается у нас история. Пролог, новое кольцо. Миру людей приходит конец. Я видел это. Я ощутила это. В огненном чреве Роковой горы следопыт и призрак, связанные воедино в смерти, создали единственную вещь, которая могла бросить вызов силе Саурона. Кольцо власти. Но порой власть ослепляет тех, кто к ней стремится. И даже самые прочные узы можно разорвать. Будущее, которое я узрела, не должно наступить. Калибримбор. Смерть вновь взывает к тебе, следопыт. Ответишь ли ты на зов? Талион, какая красота! Где ты это нашел? У меня еще остались друзья в Гондоре. Что с тобой, любовь моя? Прошлое в прошлом. Ничего уже не изменить. Нужно уходить отсюда. Мы можем уйти прямо сейчас. Ты опоздал. Мы уже мертвы. Нет! 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 Очнись, Талион. Призрак взывает к тебе. Я взываю к тебе. Призрак, ты где? Ждет тебя. Он зовет тебя по имени. Талион. Талион. Калибримбор. Калибримбор.
Талион, Талион, я найду тебя. Чтобы перейти в режим скрытности, удерживайте левый shift. Он ждет. Но сколько еще осталось? Чтобы перейти в режим скрытности, удерживайте левый shift. Способ включения и выключения этого режима можно изменить в меню настроек. Чтобы убить скрытно, нажмите. Мы должны его одолеть. Нужно действовать тихо. Орки готовятся к войне. Следопыт. Следопыт. Так, он меня заметил, гад. Ну давай, родной, иди сюда ко мне. Сейчас ты вкусишь моего клинка по полной программе. О, ты! Ты пришел издалека. Талион. Талион. Так, меня зовет какой-то странный голос. Но я пока, как вы видите, разбираюсь с орочьим отродьем. Иди. Иди ко мне. Так, этот, по-моему, без присмотра. Хорошая цель для того, чтобы его ликвидировать. Как вы считаете, а? Я близко. Ух ты, вспороли животик. Что ты там, родной мой, стоишь? Что ты стучишь? Все? Пардончик, как говорится. Отдохни, малька. Что ты меня увидел там? Ты ищешь призрака. Ну-ка, получится? Нет, не получится. Я думал забраться наверх, но как-то не удалось. А вот здесь должно, по идее, выйти. Помоги, Талион, освободи меня. Да я стараюсь, как бы. Но для начала мне здесь нужно разобраться с некоторой помехой, так сказать. Талион. Талион. Я слышу тебя, Калибримбор. Но не сейчас, подожди маленько, сейчас все будет. Не волнуйся. Так, кто у нас здесь? Цель у нас находится где-то в той стороне. Значит, мне нужно идти на желтую метку. Но мой путь будет тернист. Не так легко, как я думаю, наверное. Давайте мы здесь вот пробежимся по канатам. И завалим вон того чипизрика, который стоит, якобы наблюдает. На самом деле он просто халтурит, если честно. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Хача! Хедшот ножом. Так, как-то у нас здесь разговаривает. Кто такой горлопан? Не пора ли ему укоротить язык? А? Что скажете, ребят? Вот этого можно, в принципе, с воздуха. Да, я с крыши на него прыгну. Опа! Красота какая! Я еще помню эти финты с первой части. Так, кто-то меня пропалил, по-моему, нет? Не, вроде бы все спокойно. Раз, два, три. Ух ты! Это кто-то сзади меня смотрит. Ладно, давайте мы пробежимся. Да что такое? Оу! Ёлки-палки! Неужели заваруха у нас тут намечается? Так, минус один. Иди сюда, красавец. Ох ты! Отдохни, малька. Как говорится, в хастл-кастл спокойные ночи, орки. Что такое? Что такое? Что ты там возбухаешь, а? Какая хорошая цель. Рискнем, нет? Так, если я его уничтожаю, этот ко мне подбегает. Соответственно, будет паника. Хрен-то с ним. Давайте уничтожать. Да-да-да-да-да, иди сюда,
толстая свиная тушка. Вот так вот. Вали нахер с этого пьедестала. Здесь должен быть только я, только следопыт, достойный быть на вершине всех вершин. Так, тихонько, тихонько, ребята. Давайте-ка вот этого, наверное, тоже ликвидируем. Так, просек, что ли? Не успел, к сожалению. Да ты читай, читай дальше там. Вот так вот. А развлеклись, малька. Так, здесь ребята уже посерьезнее, по-моему, идут. Раз, два. Тихо, тихо, тихо. Не надо наблюдать за мной. Черт, он меня все-таки заметил. Ну что же. Оу, щит, я-то думал. Ладно, вперед, ребята. Да? Куда ты лезешь? Со своей херней, а, на меня? Что ты там задрожал, мелюзга? На-ка, выкуси. Так. Что тебе? Мало было? Готов, огурец. Иди сюда, красавец. Пум. Упал. Ну-ка. Обожаю валить орков. Так, что-то у вас сегодня нынче мало. Обычно... Ё-моё, вот я накаркал, по-моему. Ладно, у нас цель найти Келебримбора. Поэтому идем к своей цели. Не будем там уж добивать этих орков. Так, идем куда-то в пещеру. Пробил, чтобы бежать. Ага, спасибо за подсказку. И я побежал. А что ты меч достал? Пауки? Ну, это шалупень, я думаю. Это же маленькие паучки. Если бы были крупные, совсем другой разговор. Ух ты, ух ты. Вот это ты дал. Следопыт, ты меня даже удивляешь порой. Так, здесь надо... Ага. Прополз таки. Так, это что-то впереди. Засветящийся был шар. Нам обязательно нужно это разведать. Это какой-то дух. Оу, так это же и есть Келебримбор. Келебримбор, что с тобой сделали? Мы тебя заждались. Кто? Освободи его! Паук не отказывается от добычи, следопыт. Если только не подвернется добыча покрупнее. Оу, ёпарасоте. Да ладно. Начало игры и вот такой замут. Погоди-ка. Это что такое? Я позвала тебя сюда не просто так. Ты вернешь его мне немедленно. Оу, да она всевластна. Черт подери. А ты смел для человека. Но не мечом ты должен будешь его спасти. На что ты готов пойти? На какие жертвы? Я уже отдал все, что имел. Не все. И еще нет. Да ладно. Да ну брось ты. Тебе нужно кольцо? Ты отдашь мне кольцо в обмен на призрака. И займу место рядом с ним в твоей паутине. Я Шелоп, и я говорю только правду. Я бы на твоем месте тоже не отдала. Да ладно, хорош мучить. Постой. Талион, нет! Все-таки пошел на сделку, а? Держи свою добычу. Ты смотри. Оу, это что такое? Да ладно. Я впечатлена, следопыт. Видимо, он тебе не безразличен. Иди к своей марионетке, пока та не скончалась.
все-таки сдержала слово. Из-за тебя мы обречены, Талион. Ее сила была огромна, а теперь ты отдал ей еще и мою. Я вложил в это кольцо все свое естество. Значит, нужно его вернуть. Шилоп! Война, на которую ты явился, идет не здесь. Кольцо утеряно. Обрати свой взор на Минос Итиль и на воинство Саурона, что его осаждают. Найди Палантир, Саурон не остановится, пока под его властью не окажется все Средиземье. Палантир необходимо защитить. Минос Итиль? Я должен выяснить, правдиво ли видение Шелоп? Долго у нас получилось вступление, конечно. Акт 1. Осада Минос Итиля. Ну что, рейнджер, паучиха не солгала. Последний оплот Гондора в Мондоре не должен пасть. Средиземье, тени войны. Наша цель — Палантир. Нужно забрать его, пока он не достался Саурону. Иначе его армию будет не остановить. Судьба города не имеет значения. Я не допущу, чтобы их перебили, как моих братьев в Черных Вратах. Надо что-то делать. Если перебить капитанов, мы выиграем немного времени для гондорцев. И они могут вывести нас к Палантиру. Нужно найти червя и заставить его говорить. Найти сведения о командире орков. Угу. Ну что ж, давайте нажмем. Опа, даже не повредился. Так, тихо, ребята. Вот этот, его воля слаба. О, братиш, извини. Кто возглавляет поиски Палантира? Неизвестный капитан. Это капитаны Саурона, которые командуют осадой. Вы можете собрать сведения о них, допрашивая червей. Нажмите пробел, чтобы получить сведения об этом капитане. И это у нас Стакуга-хранитель, разжигателей, воин-командир. Преимущество ошеломления. Его ошеломляет, если его скрытно атакуют. Ну и физиономия у тебя, братиша, я тебе скажу, а? Так, этот капитан-командир, его всегда сопровождает отряд солдат. Ну что ж, будем это знать. В принципе, в первой части то же самое все было. Капитан, который руководит поисками в Нижнем городе. Значит, дальше он не продвинется. Найти след командира орков. Ну, мы здесь, ребята, не будем долго, да, рассусоливаться. Пойдем, наверное, на рожон. Хотя можно и скрытно тут все почикать. В общем, посмотрим, что у нас здесь сейчас получится. Ага, в листве я могу быть незаметным. А вот эти вот бочки, наверное, можно отравить. Или же взорвать.
Так. Они смотрят на меня, гады. Пройду, нет? Вроде бы пока никто не видит меня. Тихо, тихо, тихо. Меня здесь нет, ты меня не видишь, урод. Ой, пропалился я. Ну иди ко мне сюда, родной. Вот так вот, посрать я тебе. Иди в огонь. Так, левый shift и левая кнопка мыши. Не успел прочитать, ладно. Вот так вот. Что? Вот. Добили, гада. Так, а этот там что у нас? Сидит на толчке, что ли, там? Поза-то у него какая, а? Сейчас, ребята, блин, не видишь, не видишь меня, гад. Мы его должны по-тихому убрать. Да ёдрёна вож. Рейнджер, да, рейнджер. Но тебе это не поможет, братиша. Ух ты, я его молоточком. Пару разиков по голове приголубил, и все, и он отдыхать лег. Ага, еще один сидит. Что они тут пожрали? Так, красавчик идет ко мне. Ну-ка, иди сюда, дорогой. Вот так вот. Шикарно. 90 футов нам до желтой отметки. Я не знаю, что это будет, но я вот этого чувачка хочу или убить, или допросить. Как бы мне это сделать? Так, сейчас мы от этого уродца избавимся. Жалко, нет перевода о том, что они там говорят между собой. Было бы интересно узнать. Так, что-то заметил. А, ну давай, давай, иди сюда. Черт подери, блин. Хотел же по-тихому. И придется тогда вот так вот. Добил. Нет, не добил еще. Чё ты тут машешь, олух? Гад. Сам напросился, короче. Допрашиваем его, ребята. Ты покоришься мне? Ох, сколько вас здесь, а? Неизвестных капитанов. Нарук Нытик. Кто он у нас? Мародеров-разрушитель. До ужаса боится граугов. Хм. А грауги это у нас такие великаны. Где же я их сейчас на этом уровне найду-то, елки-палки? Сдохни, мразь. Ну что, куда нам двигаться далее? К желтой отметке? Так, подождите, здесь еще, в принципе, есть народец у нас. Можно немножко понабивать опыт. Блин, из уха прям ножичек вылез. Все, вроде бы. Поехали тогда туда. Слушайте, здесь совсем недалеко. Ага. Совсем недалеко. Это просто нам показывает путь. И там их целый отрядик. Да, маленький, но все-таки. Раз, два, три, четыре. Четыре орка. Один из них дохлик, я смотрю, который ближе ко мне. Посередине амбальчик. Хрен с ними. Ух ты, это выходец из могилы. Я думал, он умер. Он и умер. Дали он лук. Оу, ребята, мне дали лук. Ну, держите, щеглы. Так, режим дальнего боя. Ребята, да я думаю, что это все как и в первой части. Ничего особого не поменялось. На, иди сюда, олух. В замедленном виде. Блин, очень быстро заканчивается почему-то. Так, ищите стрелы, чтобы пополнить запас эльфийских выстрелов. Новая задача. Найти след командира орков. Положение у гондорцев отчаянное. Мы должны помочь. Палантир – могущественный артефакт. Будь он у нас, мы смогли бы переломить ход войны. Используйте кнопки движения, затем удерживайте и двигайте левой кнопкой мыши, чтобы сфокусироваться на следах. Хорошо, понял. Давайте тогда фокусироваться. Ну, давай. Черт, во. Так, и что это мне дало? Мне ничего не дало это.
И может быть я что-то неправильно сделал, а? А вон, кстати, и стрелы у нас. Так, 5 из 5, да? Больше я не смогу взять. Вы покидаете зону задания. Нет, 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 не надо нам этого делать. Давай-ка возвращаться. Так, что-то здесь не то. Давайте еще разок. Нам нужно, я так понял, следы обнаружить. Черт, что-то размывается. Оу, неужели? Идти по следу командира орков. Даже так? Они, по-моему, где-то здесь у нас заканчиваются. А нет, идут далее. Так, опять там небольшой отряд стоит. Давайте-ка в бочку. Бабах! Наша цель — капитаны. Нажмите крючком вверх во время бега, чтобы развить эльфийскую скорость. При этом расходуется сосредоточие. Ох, ничего себе у меня, ребята, скорость. Такого не было в первой части. А где сосредоточие-то это? Что-то я не вижу. А, все, понял. Это где у нас стрелы отображаются. Он близко. В призрачном мире он станет виден. Нажмите В. Ага, потом, когда найду, нажать X. Вижу. Вон он. Стакуга. Стакуга-хранитель. Ну, мы про него уже читали. Поворот. Победить командира орков. Значит, нам нужно его убить. Для бега удерживайте пробел. И чтобы приподняться, тоже пробел. Куда это он там бежит-то, а? Я не пойму, он что, наверху где-то? На крыше? Хотя нет. Тихо, тихо, тихо. Что это, они там спят, что ли? Вот сейчас он точно у меня будет спать. Опа! А этот-то что? Оклемался, да слишком поздно, братуха. Добиваем. Вот так вот. Это даже не молоточек вроде бы, а типа томагавка что-то. Мы почти подошли к нему. Где-то здесь он должен быть. От него так разит, аж здесь воняет. Ну-ка, давай запрыгнем. Будешь лазить? Лазит, как родной. Он называется Палантир. За ним мы и пришли. Город — это просто препятствие между ним и нами. Найдите видящий камень, сразу несите его мне. С ним мы завоюем все Средиземье, ребята. Ух, я даже не знаю, слишком их тут много. Смогу ли я победить, а? Черт. Оу, меня кто-то заметил. Они вообще меня все видят. Так, иди отсюда. Меня здесь нет. Блин, вот же хорошая позиция для нападения. Может, рискнем все-таки, а? Нет, так нет. Блин. Рейнджер, ну хорош дурковать, а? Вот. А ну-ка. Получится, нет? Ха, один человек. Гондору следовало прислать больше подкреплений. Это наш город, человечишка, ты опоздал. За Гондор. Ух ты. Давайте, так. Еще минус. Опа. Тихо, тихо, тихо. Куда лезешь? На. Так, откуда здесь девица взялась, не пойму. Ладно, потом разузнаем. Сейчас мне нужно убить. Здесь ты умрешь, орк. Это точно. Пробел. Пробел, блин, там было написано. Что бы он дал мне этот пробел? Вам ни за что не взять наш город. Ну, отлично. Стакуга-хранитель убит.
лохмандей какой-то. Взять снаряжение командира орков. Побеждая капитанов, Келебримбор может выковать мощное снаряжение. Ваше снаряжение находится в меню предметы. Хм, понятно, будем знать. Он сможет выковать мощное снаряжение, даже так. Используйте снаряжение, чтобы стать могущественнее и усилить свои способности. Ну, в общем, это как и раньше все было. Уровень 5, уровень 1, уровень 2. Урфаэль. Это на мне сейчас снаряжение. 30 урона в ближнем бою. А как заменить-то? Ага, вот, значит. Тут у нас меч, кинжал, лук, броня и накидка. Предметы. Что у нас здесь? А, ну все. В принципе, я понял. Почему ты одна? Ночью мой отряд угодил в западню в Нижнем городе. Сколько вас было? Недостаточно. Минос и Тиль еще держатся. Мы вот-вот потеряем средний город, следопыт. Они скоро закроют ворота, если уже не закрыли. Надо как можно скорее подняться наверх. Иди, я за тобой. Постой. Как тебя зовут? Идриль. Я Талион. Не отставай, Талион. Мы сегодня и так потеряли много бойцов. Ух, эпически начали. Следовать за Идриль. Ты слышал, следопыт? Они закрывают ворота. Значит, надо прорубаться к ним. Сержанту Тарандору без нашей помощи не обойтись. Идем. Да я так, красавица, смотри, как бегу. Это тебе надо поспешать. Что здесь у нас такое? Что за разборки? Я не понял. Мы думали, нам конец. Я не знаю, кто ты, но спасибо тебе. Да не за что, ребята, я всегда рад помочь своим. Урочья троди тут. С черной кровью почему-то. Обычно должна быть зеленая. Так. На, всех буду тут гасить. Я случайно своих-то тут не бью? А то тут хрена разберешь, кто где. Гириону нужна наша помощь, нельзя его бросать. А мы никого не бросаем. Все, разбежались. Подожди, а где у меня Идриль? Не понял. А, вон она. Все как в видении Шеллоп. Если его подручные захватят Паландир, такая же участь постигнет все Средиземье. Но мы же этого не позволим, так ведь, ребят? Зачистить территорию, чтобы спасти сержанта. С удовольствием. Так. Да иди ты отсюда, а. Прицепился. Так. Ничего себе ты прыгаешь у меня, а, следопытик. Ты прям как балерун. Сержант Дагор и его бойцы сейчас на арене. Мы должны им помочь. Так, понятно. Теперь еще надо кому-то помогать. Мы потеряли средний город. Скорее к воротам. Скорее, мы вас прикроем. Идриль слишком далеко. Ага, придется ее подождать еще. Впереди, смотрите, там куча орков стоит. Идите за нами, ворота закрываются. Мы за тобой. А ну-ка, выкуси. Блин, я, по-моему, своих тоже могу бить, а? Ну, ребят, извиняйте. Я тут не буду сортировать. Так, подожди, у меня дриль убегает. Мы потеряли средний город. Мы отступаем. Уходите, уходите. Сержант Дагор, мы отступаем. Средний город пал. Сначала надо разделаться с этими мерзкими троглодитами. Но здесь вы можете, ребята, положиться на меня. Я обожаю просто кромсать орков. Так. Зарезал. Ах ты, гнида.
Они закрывают ворота. Уходим, уходим. Ну что же, побежали. Что-то мы все бежим, бежим и никак не добежим. Скорее, следопыт. Да я и так бегу. Мне даже приходится тебя порой ждать. Вот так подсрачечка получил. Слушайте, ну у меня пока мечик такой слабенький, да, как вы видите. Хренову тучу ударов нужно сделать, чтобы убить его. Так, отлично. Все, надо бежать, бежать быстрее за Идриль. А где он? А, вот. Воу, воу. Друг друга спасли, короче. Быстрее, давайте под решетку, поживее. Что ты делаешь? Я скоро буду, иди. Пусть лучники его прикроют. Мощный удар. Я этот удар помню. И у нас новая задача — защищать ворота. Слушай, не слишком ли их дофига здесь, а? Так, тихо, тихо, только не добивать. Что тут? Последний шанс, помню я это. О, замечательно. Так. Горит, 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 бежит. Смотрите-ка, лучники действительно мне помогают. Так, хрен тебе. Захотел меня атаковать в спину. Ух ты. Удерживайте, чтобы нанести удар глефой. Все, не понадобился нам удар глефой. Последний урод сдох. Тем более в жопу получил две стрелы. Мы потеряли средний город. Мы заставили их платить кровью за каждую пять нашей земли, но сдержать их не сумели. Значит, судьба наша решится здесь. Внутренняя стена самая крепкая, и лучников у нас вдвое больше, чем у них. Орки превосходят нас числом и свирепостью. Наш народ и раньше отбивал нападения сауроновских полчищ. Но кое-что было утеряно навсегда. Да-да, было. Иди в большой зал, собери реликвии. Мое место здесь. Проследи за тем, чтобы их доставили в Хенетанун. Это приказ? Пойми, мы должны защитить самое дорогое любой ценой. Да, это приказ. Будет исполнено. Но я вернусь на стену до того, как они снова пойдут на приступ. Да-да, неисправимая девчонка. Боевая. Следопыт из черных врат? Мне говорили, вы все погибли. Так и есть. Если ты пришел сразиться за Минос Этиль, следопыт, обратись к капитану Баронору. Я не собираюсь вступать в вашу армию. Я пришел за Палантиром. Его нужно сберечь. Защитишь город, и Палантир будет в безопасности. Впрочем, наши отряды ведут охоту на вражеских капитанов в Нижнем городе. Вы хотите посеять ужас в рядах врага? Да, пора им познать страх. Войско построено, генерал. Задание выполнено, ребята. Получили очки. Ну, 100 очков. Вы набрали достаточно опыта для получения очка навыков. Очки навыков позволяют открыть новые навыки или улучшить имеющиеся. Ага, и что же нам доступно? Угу. Разбой, бой, дальний бой, призрак, наездник, история. Удерживайте пробел, чтобы открыть навык «Эльфийская прыть».
Угу. Ну, значит, нам получается только вот этот, что ли, доступен. История почему-то нельзя. Неслышный бегун. Хм. Отлично. Нужно отыскать Палантир. Город слаб, долго он не продержится. Мы не можем бросить людей на произвол судьбы. Кастамир прав, защищая город, мы защищаем Палантир. Посмотри, на башнях его метка. Когда-то эти башни были моими, а теперь скверна Саурона распространилась за пределы Мордора. Он надо мной издевается. Они даруют ему знания. Для этого нужен Палантир. Осада Амина Сетиля. Добудьте Палантир. Вот так вот, ребята. Это наше следующее задание будет. Ну что ж, давайте тогда... О, уровень Талиона 2. Сюжетные задания обозначаются значком вот таким. Ну, в общем, все понятно. Ну, а на этом, дорогие мои друзья, я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. И продолжим играть. А на этом все. Всем пока и до скорых видосиков. Ах так! Ах, вот ты как! Ах, вот и значит, какой-то на самом интересном месте! Ой, а я так думал...